Да? Да. А чего их не было? Он что, заболел? А Ваня был в школе только пешком. Пешком ходил, да? Он не захотел на автобус. Ты его видел? Ну да, он подстригся. Да, серьезно. Красивый? Вот сейчас, смотри, как ты одеваешь шапку. Вот посмотри. Ты должен вот так вот посмотреть. Вот полоска сзади. Больно. Ну прости, котик. Дай я тебе ее переодену. Сыночек, счастливо. Я за тобой приеду. Во сколько? В 12. Бабушка, привет! Здравствуйте. Ну как там на улице? Ветрено? Ветрено, ну, терпимо. Все, на тепло уже включили. Уже без тепла никак, да? Не, ну здесь хоть не дует. Так что мы вяжем. Можно работать, трудиться, надо работать. А сейчас я собираюсь за Антоном ехать. Мы уже повязали. Гришке погладила вещи, приготовила обед, Гришка покушал. И, ну, приготовила, в смысле, подогрела. И еще погладила ему вещи, обед, в общем-то, все. Порепетировали ката. Готовимся к ЮФО. Как туда ехать, еще непонятно. Я реально не знаю, как мы туда поедем. Ну, надеюсь, что хотя бы на мандатную комиссию Кирилл Александрович возьмет Гришу. А на самой ЮФО не знаю. Буду проситься опять с Кириллом Александровичем. Потому что не знаю, как ехать. Это же пятница. Сержуня нас не отвезет. Гриш, я за Антоном. За Антоном поехала. Сегодня прям ветрено. Все опало, надо уже выходить. Все это сгребать. Но все равно круто, да? Когда много листьев. Батут мы все никак. Вот сейчас он высох, нужно его, наверное, завтра убрать. Надеюсь, что без дождя будет. И мы его уберем завтра. Наша сегодня... Покажи, что там. Это что? Это кто выбрал вот эту большую коробку? Афоня. Нифига себе. Привет, сына. Тебе нужно на мобиль. А ты вот это себе выбрал? Мам, сейчас смотри. Мам. Вот она. Мама. Гриша, теперь, значит, помогай брату. Она пустая. Почему? Это что такое? Это как эти маракасы? Нет, это. Помоги брату. Оно заклеено. И его нельзя есть, оно отравлено. Да. Ладно. Так брату помоги, пожалуйста. Надо отравлено. Я. Нет, то, что оно отравлено, я и так сказали, знаю. Сказали, что оно может быть отравлено ядом. Я попробую. Я съела за вас. Это точно. Гриша, помоги брату. Знаешь, почему? Гриша, а что с белой рубашкой стало? А? И повесь куртку сразу, пожалуйста. А что с белой рубашкой стало? Какой? Ну, в которой ты сегодня ходил. Ты про что? Это про белую рубашку. Где она? В портфеле. А что ты не в ней? Ну, это почти... Ну, ты в ремне. Мама, помоги! Ну, сейчас тебе Григорий, он даже помоги ему. Ну, он даже прекрати. Что это? Маш, 53 дня. А вон тебе колу подать? Да. Вот за твоей машинки, скорее всего, раздал бы. А знаешь, зачем я вот эту кока-колу еще и шарик купил? Зачем? Я хочу хлопушку сделать. Да? Самодельно. Но я знаю, как я на интернете выискал. Папа, привет. Ты где был? А ты что купил в пятницу? А у нас же сегодня пятница, да, сынок? Ура! Купили колу. Будем сейчас гречку с мясом. И так-то покрасят. Нет! Так, а ты давай одевайся. Я Антоша, и майку поди одень. Давай, 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 одевайся. Да мне что, ты да хоть сюда ходи? Да. Ой, так, мама, стаканчик. Мама, а что сзади? Что еще хотела сказать, что я пробовала делать розочки из зефира. Посмотрите, что получилось. Гвоздика у меня нет, поэтому они... Зефир. Зефир? С пряничком. Поэтому они на прянике у меня стоят, потому что гвоздика у меня нет. Ну, такие, знаете,
Вот так можно. Вот пока как капуста, конечно, получились, но они же первые. Ну как тебе кефир? Зефир нормальный? Иди покажи, как ты шорты одел. Повернись задом. Повернись передом. Так, вот так выглядит человек, который едет второй раз на волейбол. Папа на КамАЗе едет? Разнести эту богадельню. Дай мне тряпочку уйти. Детям вот разрешила в компьютер. А папа где? На волейболе. А папа где? Папа наш на волейболе. И, кстати, всем привет, ребята. Это удалять семерку? Угу. Всем привет, ребята. А это? Тоже. Можно удалять? Угу. Потому что там, может, у меня загружается. Я сейчас иду складывать мою горку белья. Вот сколько накопилось, не складывала, но надо обязательно все разложить сейчас, даже по местам, не просто сложить. Так что сейчас этим займусь. Ребята, прошу вас дать мне пинок. Такой хороший пендаль на уборку в гардеробной. Реально уже смотрю на некоторые вещи, понимаю, что, блин, я их носить не буду, их нужно либо выбросить, ну, потому что они уже старые, но мне жалко их выбросить. Мы этого всего хочу вот здесь вот расхламить все, хочу себя заставить по одной полочке достать, посмотреть, надо это или не надо, если что, то выбросить. Ну вот никак, руки не доходят, вот хочу сейчас прям взять одну полку расхламить, протереть и выбросить то, что не нужно. Скажите мне, да, делай это каждый день по одной полочке. Представляете, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. За 2 недели здесь будет порядок. А так, блин, тут порядка не будет никогда. Если я буду ждать целый день, потратить на это, у меня не будет в ближайшие пару месяцев этого целого дня. Поэтому, пожалуйста, давайте мне пендаль под каждым видео. Где чистая полка? Все, я сейчас буду ее расхламлять. Здесь все убрала. Круто, круто, круто. Мои таракашки, кстати, я их выбросила. Но вот парочку штук здесь нашла. Поэтому пусть лежат. А я пошла за тряпочкой, одну полочку сейчас уберу. Так, смотрите, вот здесь вот детские подушечки. Покрывала вот наволочки. В общем, это все я выложу. Не знаю, может быть, на Юлу, потому что нам это уже не нужно. Вот, а на этой полке стало чисто. Завтра другую. Не стала уже углубляться, еще 10 полок. Знаете, вот если по одной, то буду делать. Если сейчас кажется, что это все быстро, но это все я знаю, что затянется, поэтому вот это все завтра. И вот тут вот надо срочно тоже перебрать. Тут много всего нужно выбросить. Так что вот чистая полка. Вот это выставляю. Там еще некоторые детские. Нужно на Юлу выставить и отдать бесплатно.